Надо понимать, что люди, которые следят за новостями, не всегда в состоянии отделить правду от лжи. Когда не являешься реальным участником событий и получаешь огромное количество информации в виде вранья и фейков, действительно трудно правду от лжи отделить. На Западе политику, в принципе, давно превратили в постановочное кино, шоу. Людей приучили к такому формату подачи информации, поэтому правда порой неинтересна. Интересней фейк-шоу, потому что красиво поставлен. Ну и, как я говорю, реальность порой скучна, не такая яркая, как вранье и фейки. И в этом главная проблема. В итоге мы видим даже примитивно сфабрикованные сюжеты принимаются людьми на веру. А любая война, прежде всего не горячая, гибридная война, это борьба за умы людей. И мы должны защитить наших людей. Вопрос как? Об этом мы сегодня и будем разговаривать.